Доброе утро. И сегодня я буду рассказывать о нашей местной работе Владимира Николаевича. Она посвящена равномерному двигательному голосу для случая локальной оценки максимальной подготовки. Сначала будут введены определения модели и оценки, с которыми мы работаем. Модель обобщенная регрессия, оценка локальной оценки максимального подобия, данный результат, немного техники, ну и, естественно, мотивации раньше. Итак, модель обобщенная регрессия. Она будет по следующих предположениях. У нас есть ряд случайных скалярных количественных величин, Y1 и Y2. Наш дизайн детерминирован. Точки наблюдения, исследования сцены, они лежат в D-мерном кризовом пространстве. А есть неизвестная функция регрессии f от x, значение которой в точках x и t определяет параметр распределения наших наблюдений Y1 и Y2. Вот так. Причем это распределение лежит в известном параметрическом окулярном числе. Наша цель — оценить значение функции f от x на некотором подмножестве обозначенным для x, одновременно для всех x. То есть на самом деле мы хотим построить двигательную полосу. Примеры обобщенной регрессионной модели, например, обычная аддитивная регрессия для ошибок, которые независимо от динамики распределены, понятно, что значение f от x и t полностью определяет распределение. Следующий пример обобщенная линейная модель. Это частный случай обобщенной регрессии. Здесь функция регрессии располагается линейной по параметру, это с звездой, это истинный параметр. Причем параметризация каноническая, семейство экспоненциальное, и когда Y-ита бернулевский случайный величин, такая регрессия называется логистической, имеет широкое применение в практике. И третий пример — это квантильная регрессия, она тоже вписывается в схему обобщенной регрессионной модели. Здесь регрессионная функция от x и t уже называется квантильной функцией. Есть некоторый заданный уровень вероятности от 0 до 1 тау. Он известен, и квантильная регрессия дается вот таким условием. Если мы рассмотрим следующую функцию по t, для тау равного 1/2, это просто симметричная функция, модель а по диаграмме тау. Здесь для тау не равно 1/2, естественно, она симметрична. Вот. И минимизируя ожидания от этой функции потерь, мы получаем в точности исходное значение функции. Причем надо сказать, что данная минимизация соответствует локально, а просто константному предположению о значении функции. Кроме того, такая минимизация соответствует максимизации функции правдоподобия для плотности, принадлежащей семейству несимметричного лапласового распределения. То есть эта плотность выглядит вот так. Ну и, соответственно, взяв логарифм от нее, мы получаем такое уравнение. И понятно, что при данном тау такая параметризация полностью соответствует нашей общей регрессии. Далее напомним определение оценки максимального правдоподобия. Наше регулярное семейство имеет следующую логарифмическую плотность, и при глобальном параметрическом предположении на функцию, то есть есть некоторая функция f от x t, есть некоторый фиксированный параметр f от z, который является истинным, и это равенство верного угла x, в таком случае предположение называется глобальным, и тогда мы можем построить функцию правдоподобия следующим образом, это просто сумма значения наших в точках Y-ита, и она зависит от параметра t, естественно, и она случайно. Число, которое максимизирует функцию правдоподобия, является оценкой максимального правдоподобия. Представляя эту оценку в нашу параметризацию, мы получаем точную оценку регрессионной функции в точке S. Для этой оценки есть ряд
классических синтетических результатов. Первый – это феномен Уилкса. Умноженное на 2 отношение к подобию сходится по распределению в квадрате с параметром p. Это распределение, оно не зависит от истинного параметра p со звездой, оно зависит только от размера асимметрической внешности. И следующая теорема – это изложение Фишера. Она говорит, что следующий вектор, он построен как разность оценки максимального правдоподобия и истинного параметра t, умноженное на поле из полной информации Фишера, он сходится по норме к гауссовскому размеру, к гауссовскому распределению. Причем вектор Кси определяется как нормированная скор-функция, нормированная функция на поле из матрицы Фишера. В случае, когда наша модель гауссовская, все эти равенства дочны и распределение тоже точно. Что значит примерно ноль? Примерно ноль, это значит, что видимо, случайный человек, который сходит с поле. Вероятность или как? Почти ноль, да? Но у этой теоремы есть также не асимптотическая версия, поэтому здесь написано примерно, но она случайно даже не есть. Эти теоремы очень полезны, в частности, они позволяют построить доверительное множество. Что такое доверительное множество? Это некоторое случайное множество, которое накрывает интересующие нас истинные параметры на большой проектности, которые заданы. Например, доверительное множество, основанное на оценке максимального правдоподобия, определяется вот так. И из теоремы Уилкса следует следующий уровень доверия для этого множества. То есть уровень доверия 1 минус альфа для альфа, скажем, 5%. Кроме того, для параметрического случая при гладкости достаточно высокой нашей параметризации, скажем, 2, множество e от z и e f от z, они эквивалентны. То есть вот это уже доверительный интервал для нашей регрессионной функции, причем он поточечный. Точно. Нет, это интервал. Это пока интервал. Ну, то есть по всем x сразу взять, то есть будет не полоса. Это будет пока не полоса, потому что это x равно. Если все x объединить, то будет полоса. Да. С тем же накрытием. Да, а вот теперь есть полоса. А здесь просто выписано определение, и вот в английской литературе она также называется одновременной полосой. Если выполнить такое соотношение, которое на самом деле мы хотим показать, для высокого уровня доверия, что здесь ключевой момент, то такое множество, которое является объединением декартовых произведений точки x на доверительный интервал, называется полосой. Полосы интересны нам во многих задачах, например, когда мы хотим узнать о свойствах индивидуальной функции не просто в одной точке или в нескольких, а на целом интервале, тогда у нас не получится просто объединить эти интервалы, скажем, даже таким образом, и написать здесь какой-то подходящий уровень доверия, что это просто упадет, объединяя эти интервалы на множестве картинок. Конечно, такая полоса будет, скажем, шире, чем обычный поточный интервал, но борьба идет в данном случае за самую узкую полосу на подходящем уровне доверия. Но в данной работе мы будем строить доверительную полосу не просто для оценки максимального правдоподобия, а для локальной оценки максимального правдоподобия, причем равномерно по локальным параметрам, которые определяют ширину квадрата. Итак, мы переходим к локальным массам. Есть два вида параметризации регрессионной функции. Первый глобальный, о котором мы здесь говорим, и результаты для которого будут представлены. То есть есть некоторая функция f от x theta, что-то на такое соотношение. И достоинство такой параметризации дальше модель всего одна, и theta со звездой просто фиксированный вектор. Но такая параметризация может потребовать много параметров, и она может быть слишком строгой. Альтернативой глобальной параметризации является локальная параметризация,
То есть здесь условия уже ослаблены на некоторую локальную ответственность. Здесь видно, что точка P с звездой зависит от окрестности, в которой мы подразумеваем локально. В данном случае множество моделей гораздо больше, чем глобальным, поскольку x может выбегать сколько угодно значений. Но тогда мы можем выбирать модели гораздо более простые, чем в глобальном случае. И кроме того, такое оценивание может быть вообще параметрическим, как в следующем примере. Вот, рассмотрим такое локальное предположение. Здесь функция предполагается локальная константа, она состоит как сфиксированная. И оценкой значения такой функции является число, которое минимизирует взвешенную сумму квадратов следующих величин. Это просто взвешенный метод наименьших квадратов. Причем локальные веса, здесь есть значение многомерных ядер вот в таких точках, где h – это размер единицы. То есть z – размер локальной ответственности, которую мы выбираем на x. И если посчитать решение этой задачи, то ответом будет просто взвешенная сумма наших наблюдений. Такая оценка называется в точности оценка Андрея Вотсона, одна из самых популярных непараметрических оценок. Но я хочу подчеркнуть, что в данной работе мы работаем с глобальной градацией. Это была иллюстрация пока. Итак, поделим интересную нам оценку. Это оценка, локальная оценка максимального подобия. Здесь можно заметить, голубым выделено только то, что отличается от слайда, где была определена оценка максимального подобия. То есть мы просто добавили локальные веса к значению вытекностей явных точек. Локальные веса определяются точно так же, как в предыдущем примере. Это просто значение ядерных функций для функции наблюдения. Теперь у нас добавились новые локальные аргументы. Это x. Кроме того, это аргумент нашей регрессионной функции. И h – это параметры локализации. Наши локальные веса k и омега и w и d от xh они устроены так, что они локализуют информацию о выборке возле точки x, которая нас интересует. И число, которое максимизируется данным исходным подобием, называется локальная оценка максимального подобия. Она тоже будет зависеть от локальных параметров. Так же, как и оценка для неизвестного функции. Мы будем работать именно с этим. Итак, формулировка задачи следующая. При следующих предположениях, модель та же самая, локализация глобальна, мы получаем локальную оценку максимального подобия. Исследование, как функция локальных параметров x и h. И мы заинтересованы построить следующие вещи. Первое – это равномерная логарифмная полоса для локальной оценки функции регрессии. Равномерная по h. На самом деле, она будет равномерная по x и h, но само определение логарифмной полосы предполагает равномерность по x, поэтому я ее больше не аргументирую. А равномерность по h, она может пригодиться в случае, когда на самом деле мы не хотим тратить время на выбор оптимального h, то есть минимизирующего риск оценки, а хотим получить некое представление о динамике изменения нашей оценки в зависимости от h. Да, я забыла сказать, оценка на самом деле очень зависит от глубины h. Вот. И полоса, которая и набор полос, или же поверхность равномерная по h, которая будет на заданном дегрессивном уровне, при этом независимо от конкретного значения h и x, даст нам представление о том, какой на самом деле h. Если результат будет представлен. Также было хорошо избавиться от тех проблем, которые были, поэтому глобальная параметризация, то есть хотелось бы это сделать в различии истинной меры. И кроме того, научиться набирать оптимальные размеры. Итак, здесь достаточно кратко то же самое определение логарифмных множеств и логарифмных полос для случая локальной оценки. Здесь только мы будем считать для оптимальных, а так все то же самое, что и для максимума.
то, с чем мы будем работать, это, вернее, то, к чему стремимся, это следующая вероятностная граница, которая означает равномерное по h, равномерное по h делиться на 8. Что эквивалентно следующей записи. Комментируйте, для каждого h есть своя оценка, и для каждого h каждый строится своя доверительная полоса. И то, что хочется, чтобы все эти полосы вместе были, так сказать, доверительными, чтобы каждый может был доверять, что истинная функция лежит во всех сразу. То, что тут написано, что требуется строиться для каждого h своя доверительная полоса, и функция проваливается во все из них. Эта запись, в силу определения данного выше, эквивалентна такой вероятности. Мы хотим взять субправил от такой разницы и показать, что он меньше такого уровня за пополам с высокой вероятностью минус. Причем мы хотим сразу поменять субправил. И в силу определения локальной оценки максимального подобия, она переписывается после. Вот это утверждение, которое мы стремимся. На самом деле это задача о том, как занести данные супремные под аргумент вероятностного. Математически это довольно сложно, требует применения достаточно серьезного аппарата. Вот следующий результат как раз и будет. А зачем нужен такой равномерный по H? Ведь обычно H выбирается. Реальная задача пистачи выбирать, есть там всякие адаптивные методы выбирать. Вот это вот правильное слово адаптивно. Чтобы делать адаптивно, нужно равномерно парш. Потому что нам нужно каждому, то есть нам как-то есть эти полосы, это стахастический член, нам нужно равномерно парш. И тогда можно делать адаптивно. То есть это результат как бы для того, чтобы потом доказать адаптивно. То есть для адаптивности нужна равномерность. Это ровно так и есть мотивация. Закон 1 бен вместо тон применяется, просто не может, чтобы он из одного дня состоит. Кроме того, он просто покажет. А это множество b, оно потом будет определено, да? По которому берем. Это просто интервал. То есть у нас есть максимальная h минимальная. Интервал на действительно оси, максимальная, скажем, порядка выборки с 1 c, а минимальная порядка 1 c. Вот это и главный результат. Как раз видим, это, извините, это x, естественно, это функциональная функция, которая для каждого h, для каждого x и h не попадает в доверительный интервал, одновременно для всех x и h с очень маленькой вероятностью. Если это минус y, для некоторого y, который мы выбираем сами, больше нет. Причем z характеризует здесь ширину полосы для параметров t. Переписанная в терминах функция f от x, ширина равна следующей величине. Каждый из этих членов, как получили позже, f технику не использовали. Но если вкратце, то b минус b плюс 1 это суммарный размер всех параметров. B параметра θ, d параметра x и h параметра, да, и один параметр h. То есть это на самом деле это энтропия, плата за локальные. Да, и субправим по локальному y уходит сюда, а m, логарифм m это плата за равномерную границу по x, где m это число точек дискретизации множества например. Если мы возьмем m такие, то ошибка дискретизации будет очень мала, и мы не можем просто поменять. Если нет вопросов, то как первый шаг это свести одну глобальную проблему к нескольким локальным в смысле оптимизации по множеству локальных параметров. Мы берем декарты произведения множества локальных параметров x и h, x и b, да, в случае основной бондус, вводим такой общий параметр и накладываем на него общественную сеть в таком количестве. И в итоге одна глобальная проблема, локальную, то есть мы рассматриваем каждую проблему в локальной окрестности узла этой решетки. Всего узлов. Второй шаг он ключевой.
здесь мы рассматриваем следующую задачу. У нас есть один большой параметр, мы объединяем все параметры вместе. Это x и h в 1. Они все локальны. Причем, да, они все локальны, потому что мы локализовали локальные параметры x и h в начале с помощью дискретизации. А для параметра θ мы локальны, чтобы можно доказать, что оценка максимального подобия подлежит в окрестности истинного параметра с очень большой вероятностью. Но это не смотрящийся случай. Так вот, в этом самом локальном случае мы приближаем данную разность с помощью двух квадратичных функций, техника называется локальным квадратичным брекетом. И, соответственно, это позволяет взять супрему на данном локальном множестве, поскольку с брекетом дверим для всех точках на локальном множестве. И супрема берется в нем здесь. Второй шаг upper function method, он используется для того, чтобы показать, как я уже сказал, концентрацию, равномерную концентрацию локальной центральной подобия вот в этой самой локальной физике. То есть небольшая сложность этих двух шагов была в том, чтобы сделать их равномерными по локальным параметрам x и h. Это требовало некоторых проблем. И за них мы платим вот такую цену. Это размерность того самого локального множества, на который мы берем субстрат. Ну и последний шаг – объединение всех экспоненциальных времени вместе. Поскольку они экспоненциальные, это дает очень много за оптимизацию. Далее идет список условий. Это в основном экспоненциальные моменты на логарифмическую плотность на нашей основной определении, а также на статистическую часть. Не хотелось их комментировать, поскольку они довольно технические. Но на самом деле они не такие уж строгие, как мы все представили. Их множество делится на локальные, как написано здесь, глобальные. Да. Здесь на дополнительные условия, гладкость, ошибки регрессии, ядер. Ну и еще одно слово. Хорошо, спасибо, Настя. Хорошо, показательный результат. 2 минуты до таймера. Что будет в случае на Дарая Уотсона, например? А можно посчитать себе? Как будет единица? Это единица. В случае на Дарая Уотсона, зависит от но мы можем обойти это, как раз я это упоминала здесь, обойти это условием правильной конфигурации, если оно будет константом, то оно будет работать. Это приходит ко мне какие-то условия на ошибки, да? Маленький байс. Нет, если, допустим, дорогоцена применяю в случае локального регрессии. Там устроены регрессионные функции, да, какие-то и на ошибки. На ошибки, да, специальный момент ошибки. Те же самые условия, ничего не меняется. Нет, они, потому что условия очень сложненькие, ничего там такого нет. Что помешало применить. Ну, в любом случае, это не будет работать. И там будет тогда по всем h от 0 до бесконечности. Ну, зачем нам бесконечность? Не, ну я просто почитаю, какой будет. Ну нет, максимальный value должен быть на домене, носителе плана, так что ничего не ограничивает. Нет, может быть. Здесь зависимость вот, просто от действительно от характеристик будет вот этого. Я на этих говорю, в константе c или. Ну, у нас h принадлежит какому-то множеству b, которое имеет, например, ширину. Соответственно, где вот эта ширина будет фигурировать в константе c или. Нет, да. Константе c. В целом g это плата, в том числе и за. И он того h будет сюда. Мне кажется, что h равное будет самое плохое случай. H не будет равно.
Нет, приближаться к этому. Нет, там, там есть некоторые локальные условия на идентифицированность, которые не разрешают наши выявки. Нужно как минимум логарифмическое число точек. Да, в каком смысле? То есть все вот эти матрицы, они должны быть сфотографированы. То есть вот это просто не будет для ошибки. А и этого не будет, если ошибка зависит. Да, ну так, реально там нужно, чтобы локальная эффективные размеры должны быть как минимум логарифм или ну, больше чего-то, больше константа. И это число точек локальной окрестности должно быть не слишком маленьким. Мне кажется, может быть, было хорошо, когда они в следующий раз я что-то показали для конкретного случая, все константы будут. Пусть там простая какая-то регрессия. Ну, разумное пожелание. Work in progress. Сказать, общее пожелание будущим докладчикам. Если вдруг кто-то готов морально рассказать на английском языке, это очень приветствуется, поскольку у нас сейчас присутствует новый член лаборатории, Эльма. Эльма, what may I show you, so Эльма is now a new member of the group, who is not speaking Russian till now. He is very much encouraged to learn, so motivated also by giving Russian talks. But not, if somebody is so engaged to give it in English, it would be very well. Да, и просьба говорить также погромче всем докладчикам, чтобы да, не засыпали. Хорошо, друзья, предлагаю спасибо всем докладчикам.